Всем доброго времени суток. Вчера со своими вот девчоночками, со шпицулькой и с чихуахуа ходили на племенной смотр. Племенной смотр, то есть это вообще собака подходит для разведения или нет. Вот Доня у нас вчера получила уже пожизненный племенной смотр. Если Вигуся была первый раз, то племенной смотр дается на год. А уже Доня у нас, то есть уже проверенная один раз, и уже второй раз проверяли. И все, теперь мы пожизненно можем выходить замуж, сколько хотим и как хотим. А Вигуське еще предстоит еще разок, то есть это сходить хотя бы. Ну и вот по Донечке, по девчулечке, Донечка, ты ко мне ползешь, да? Прямо столько нам сказали хвалебных слов судьи, что у нее прямо, ну, все супер-супер. То есть это проверяют на племенном смотре все абсолютно. И как собака стоит, и длину лапок, и длину мордочки, и длину черепа, и как ушки стоят, все описывают. Снимают на видео клеймо, то есть это все потом, все данные отправляются в Москву. И даже полностью проверяют характер. То есть, что социально адаптированная, неадаптированная, боится шумов, не боится шумов. И то есть, так, сейчас покажу, что мы на Доню получили. Подожди, Донечка, документ. То есть, вот наша родословная на Доню. И получили мы вот такой диплом. То есть, все, вот она рекомендованная к разведению у нас. И вот видите, тут полное описание на нескольких листах. Все про собаку и про зубки. Донечка, твой документ, твой диплом, не спорю. Сейчас Вигусе и твой покажу. То есть все описывает, все расписывает, все данные про собачку. Вот. И такой смотр стоит 3500. То есть 3500, чтобы получить вот такую бумагу, что она рекомендована к разведению. То есть вот ее наша родословная и вот этот документ. Вигуська у нас молодая девочка. У нее пока только щенячий отрывной талон метрика. Вот. И мы подали документы на родословную. То есть все это сейчас делается через Москву. Кстати, моя золотая притутулилась рядышком. Да, рядышком притутулилась. Через Москву все делается. И родословная стоит, чтобы ее прислали, вот эту вот такую вот синюю бумажечку, как у Донечки, стоит тоже 3500. То есть, а вот у нас диплом за выставку, что она допущена к разведению. Судьям не понравилось единственное, что, вот, что она не социально активная, что она к ним не шла. То есть, по физическим данным у нас все хорошо, тоже измерить. Даже обхват лапок измеряют, то есть вот этот вот, то есть все ушки смотрят, зубки, все носик, то есть этот. Нос, сказали, у нас очень хороший короткий нос, прямо вот хороший короткий нос. Над. То есть, а вот у нее смотр стоит 2000 рублей, то есть подешевле немного, что первый. Вот, представляете, вот за вчерашний поход на племенной смотр 9000 ушло. Вот так вот обходится содержание собак, которые с документами совсем на свете. Один раз сходил, 9000 отдал. Вот. Так что, ну вот, собаки, естественно, порадовали. А родословная делается примерно 2 месяца. То есть все документы отправляются в Москву. И уже из Москвы приходит 2 варианта родословной. Один в электронном виде, другой в бумажном виде. То есть, и уже все у вас, как паспорт на собаку. То есть, тоже обязательно проверяют клеймо, то есть, все сверяют, все записывают на видео. И потом все это отправляют в Москву, в РФК. Вот сколько много вчера и нового узнала, и на денег потратила. То есть, хочешь собаку, нужно быть готовым к тому, что придется вкладываться, вкладываться и вкладываться постоянно. То есть, также для разведения желательно ходить на выставки, получать дипломы. То есть от этого также у вас будет повышаться цена щеночков. Цена щеночков. Скажи, мы и так дорогие, мы бесценные. Мы бесценные такие. Покажи свой этот клеймо.
Вот какая татуированная девчонка. Татуированная девчонка. А еще у Виги 9 сосков. Не 8, а 9. Вот такая она у нас. 9-сосковая девчонка. Но это не считается отклонением от нормы. У собак вообще может быть от 6 до 13 сосков. И это все нормально. Ну вот так что. Вега уже у нас тоже весной замуж пойдет. Замуж пойдешь? Пойдешь замуж? Красивого тебе найдем. Ой, красивого найдем жениха. Такого жениха, жениха. Ну вот, хотела вам вот это рассказать, что такое племенной смотр. То есть, ну, у нас все были такие там доброжелательные люди, что, в принципе, Вегуська не сильно напугалась их. Потому что у нас не очень-то с чужими людьми общается, только со своими. А Донька со всеми, всех зацелует, замилует. Но вот оказывается, это тоже недостаток, что собака не социализированная. Всех не любит. Для выставок должна всех любить. Всех любить, всех любить. Всех любить, лелеять, целовать, обнимать. А это вот чудо-юдо не хочет. Не хочет. Не хочу я всех любить. У меня только, скажи, своя семья. Ну вот, пока с вами прощаюсь. Всех целуем, обнимаем. Утречка хорошего вам желаем. Пока-пока, золотые.